Ушла из жизни знаменитая художница Нелли Баранчук. Печальную новость сообщили во Владимирском областном отделении Союза художников. Нелли Евгеньевне было 93 года. Своей энергией и работоспособностью она не уступала молодым художникам. Долгие годы проработала на Дальнем Востоке. Писала пейзажи и портреты, которые получили признание на российских, всесоюзных и зарубежных выставках. В 90-е годы художница переехала во Владимир, и начался новый виток ее творчества. Владимирских ценителей искусства поражали изящество и энергия красок художницы, затейливые натюрморты со сложными орнаментами и драпировками. Нелли Евгеньевна была признана заслуженным художником России. Она привыкла много трудиться. В каждой картине старалась добиться совершенства. В 2020 году на юбилейной выставке художница поделилась с нашим каналом своим отношением к работе и жизни. Вы знаете что? Когда художники говорят «настроение», настроения всегда не будет. Для того, чтобы что-то сделать, надо пахать так, и чтобы жить нормально, чтобы, как говорится, не ходить с протянутой рукой. Надо пахать всю жизнь, с утра до ночи. Только тогда ты что-нибудь сделаешь. Нелли Евгеньевна очень любила писать цветы, но признавалась, что ее сердцу милее не парадные букеты, а затейливые композиции, собранные в поле или на лугу. Вы знаете, вот меня может зацепить, вот я иду и вижу... одуванчики. Вот жалко, ни одной работы нет здесь. Я их написала миллион, но все раздарила. Это такой, вот я так люблю писать одуванчики. Вот маленький цветочек, да, вроде топчем, ходим, но красивый необыкновенно. Вот это сразу меня останавливает. Я люблю больше полевые цветы. Каллы никогда в жизни не писала. Не люблю. Вообще большие не люблю. Прощание с Нелли Баранчук пройдет 17 сентября в 11 утра в храме Михаила Архангела на Студеной горе. Шестой канал приносит искренние соболезнования близким и друзьям художницы.